Всем привет, ребят. Ну что, открылся у нас на английском сервере Архия. Сейчас хочу на Космо. Сегодня у нас будет тестик Космо. Попробуем Космо поставить эмблемку, так, чтобы он включился уже, наконец-то. Я вот думаю, как это его собрать. Так как тут будет сейчас и стан, и прочее, чтобы сразу же, наверное, попробуем ремочку. Можно, в принципе, ремку, либо талантом, какая разница. Была у нас ремка. Сейчас, либо ремку выбьем, либо этот, если нет, пойдем так вытащим. В общем, стан имеет иммунитеты, плюс огромный урон. Такой вот. Я показывал вам его с Космо. Мне он понравился. По-моему, на китайке мы его били уже. Сейчас попробуем только вытащить. Хоть как-то вытащить. Только что была ремка, уже ее профукал. Ну, все как обычно. Как только надо талант, он нифига не падает. Как только его не надо, он падает. Всегда. Так, ну где там моя ремка? Вы издеваетесь. Надо делать вот так вот. Тогда больше шанс. Так, ладно. Я думаю, у меня там ремки есть, на складе. Здесь их вроде продают. Так, качаем. Тут, в принципе, без разницы, что качать. Оно все равно будет работать первые секунды. Так, сюда ставим бравлера. Ой, нам надо еще опять же чары сейчас выбивать. Я там многим поменял героям чары. Придется сейчас обратно это все менять. Ну, сейчас по Берику, думаю, хоть какого-то пиромага словим. Чисто просто посмотреть, что у нас получится по урону по всему. Вот недомогание вообще обалденно, обалденно смотрится на Фрейда. Посмотрите, выбивал раньше, надо было там один талант, другой. Пиромагов немерено падало. Сейчас выбиваешь, опять же, нифига, ни одного не упадет. Наконец-то. Так, первый герой у нас есть. Так, такая вот у меня сборка. 30-й космо. Давайте сразу же питомца поставим, чекабу моему. Дальше у нас будет Фрейка на тесте, вот такая вот. Тут тоже надо поменять. Потом придется возвращать все обратно. Ну, пусть будет. Дайте пиромага. Морозится, короче, они от нас. Так, Рея у нас собрана тоже. Это второй герой. В принципе, можно поставить. Он тут даже отхила, по сути, не надо, потому что у нас и так дамага всего будет хватать. Ставим сюда вот так вот. Второй герой у нас собран. Дальше, или может все-таки поставим сейчас, знаете, на кого? На тыковку. Это второй у нас герой был, да? Укротитель собран. Давайте на укротителя поставим.
Спанчбокса. Тыковка. Попробуем вот так вот. Тыковка есть. Дальше. Ведьма. На ведьму мы поставим дракончика. Так, и кто там у нас еще? Посмотрим, ведьма, укротитель, еще стрелка давайте. Так, стрелок Шиара. Ну, вместо Шиара мы сюда поставим. Так, все, поехали. Тест номер один. Сразу стартуем с космо. То есть тут ничего сложного. У нас сразу максимальный будет. Ну, по сути, космо все время будет не давать ему включаться. Ну, он там что-то мотыляется. Посмотрим, что у нас получится. Итоги. Я думаю, ставить сюда Химку смысла тоже нет особо. Вместо кого? По сути, где-то около. Хотя нет, не так уж и много мы набиваем. Я вам скажу, 15. Я не знаю, до 5 дойдем, не дойдем. Сейчас посмотрим, как оно пойдет. Вроде не включается так. Что-то как-то так, знаете. Сомнительно, что мы 5 набьем. По времени смотрю. Ну, хотя вот вам пример того, как надо бить с космо. То есть, если мы даже максимум не выбьем, космо реально обалденно заходит на архидемонов. Просто фактически всегда он получше, чем Лазуля. Потому что у него перерыв 1 секунда, но он и бьет. Вот что немаловажно. Так, ну что у нас получается? Надо, кстати, надо попробовать раскол. Интересно раскол попробовать на героях. Фига себе. Фигню вообще набили. Я думал, будет около 5. Надо ставить раскол пробовать. Четыре и 15 секунд. Маловато. 5 даже не набили. 4,5. Вот так вот. Хотя я ожидал, что мы 5 должны таким составом выбить. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так, кого можно убрать? Убрать стрелка, поставить огника, попробовать. Давайте попробуем огника. Что нам терять? Может, играть этих кулаков. Зато хоть потестим разные варианты. С берсом поставим. Давайте ради интереса поставим. Хотя, в принципе, какая разница. Так, ищем.
Можно, конечно, не качать, вот так вот в таком виде оставлять. Надо будет раскол еще попробовать. Так, тут у нас доспех. Ну, я пока поменяю, он мне тоже не особо по сути нужен. Ставим первого мага. Поехали еще разок тест. Сейчас посмотрим по первых секундах. Вы знаете, вот всегда видно по первых секундах. Возможно, сюда и космо даже нафиг не нужен. Это чисто так, для перестраховки. Тестирую, смотрю. Ну, такой, опять же, видите, заходик. Не лучше предыдущего, однозначно. 15 секунд, то есть со стрелком было даже поинтересней. Хотя, в принципе, от зонального урона можно не брать сюда даже этого. Имку брать и вперед. Вот следующий заход поменяем космо на химку. Да, результат хуже будет. Хотя плюс-минус там, раз на раз не приходится. Будет самое интересное, когда вот, может, когда-то с него снимут ограничения. Вот тогда будет интересно собирать героев и смотреть, какой же все-таки будет урон. Потому что пока ограничение, ты ограничен временем. Это реально печально. 20 секунд. Ну, возможно, чуть-чуть лучше улучшим результат, чем предыдущий. В чем плюс? Тут, когда переход получается, огник кидает парач. Потом космо добивает, то есть тут тоже есть. Ну да, тут получше вроде результат идет. 25 секунд. Попробуем следующий заход, уберем космо вообще. И попробуем с химкой. Надо будет еще один заходик попробовать с расколом все-таки. Посмотреть, что у нас получится. Вот видите, не хватает где-то. Ну, получше результат, однозначно получше, чем предыдущий. Вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.